Приветствую вас, и как вы, наверное, понимаете, нельзя заставить девочку против ее воли быть с вами той, кем она быть не хочет, и требовать от нее того, чего она вам дать не может и не желает. А возможно, действительно, сейчас ей требуется пауза. Вы сказали, что неделю назад она решила взять паузу, а сейчас пишет вам о том, что вы ее не устраиваете. Так бывает, и, возможно, действительно, если раньше была любовь, была влюбленность, влюбленность проходит, и девушка поняла, что когда влюбленность прошла, у нее к вам больше ничего не осталось, и поняла, что дальше отношения идут лишь по привычке, и что ее это не устраивает. Возможно, у нее были какие-то ожидания относительно вас, и она сейчас поняла, что эти ожидания вы не оправдываете. Кроме того, девушка знает, чего хочет. Она хочет определенного мужчину рядом с собой, а вы, судя по всему, этого ей никак не даете, и в результате чего у нее возникает неудовлетворенность, ощущение, что она получает не то, чего бы она хотела. И потому вам в этой ситуации лучше ничего не делать. Если будете ее отпускать, можете оттолкнуть. Ну, сказать, типа, что она вам больше не нужна и так далее. Это не совсем правильное решение, потому что она может воспринять это не так, как вы хотите. Исходя из своей женской логики, которая в любом случае сделает вас виноватым. Если будете добиваться, тоже не будет ничего хорошего, потому что она будет воспринимать это как навязывание, и в результате ее агрессия будет еще больше, и она может начать вас оскорблять. Поблагодарите ее за честность, скажите, что цените ее откровенность, цените то, что она не хочет вам врать, и скажите, что уважаете ее решение, принимаете его. И дальше общение, наверное, лучше будет прекратить на какое-то время. Может быть, на пару недель, может быть, на чуть больше. После чего можете написать ей, спросить, как у нее дела. И по тону ее сообщений, потом по тону ее ответов, вы поймете, скучает она по вам или нет. Соответственно, если никакой обратной реакции вы не увидите, поймете и будете чувствовать ее холод, безразличие, нежелание с вами общаться, то это значит, человек не ваш, и то, что было с ней, у вас это было просто влюбленность, не более того. Если она в течение этого времени напишет вам сама, или при вашей инициативе диалога она проявит живой интерес, значит, она соскучилась, и ее чувства к вам оказались все-таки искренне. Именно так можно проверить, что человек чувствует, и в случае, если она все-таки проявит безразличие, то отпустить ее действительно и жить дальше. А с ней, по возможности, сохранить, если не хорошие, то, по крайней мере, нейтральные отношения, которые не подразумевали бы под собой какой-то негатив и агрессию, обычные в этих случаях. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.